когда тут нам было где-то 10 лет или сколько-то, мы тут рыбу ловили, удочки забрасывали, такие лески просто, и там кое-какие такие маленькие славливали. Там все купались тут немножко так. Просто разговаривали о всяких вещах, тут загородки делали. Тут очень теперь все сильно как-то заросло травой. Поменялось так сильно. Тут особо никто и не ходит, не поет. Раньше тут так много было песка. Так. Люди ходили за водой. Коровы тут ходили больше. Тут у этой камеры есть вообще-то такая обкладка, которая закладывается. Можно было бы и воду потом ее всунуть. Там резинки так все закрывается герметично, и по идее там она не должна потом пропускать. Я не знаю, я думаю, может и не стоит ее в воду сувать ради эксперимента. Чтобы где-то полезно, действительно, там надо, хочется очень в воде там показать, покупать, тогда можно. Или там, может, где-то в дождю там поснимать. А так, просто так. Наверное, может, и не стоит. Вот тут дорога, где в малины идет. Я думаю, тут уже не будет этих малин. Тут кто-то траву скосил всем.